Более тысячи жителей нашего городского округа, а также соседних лосино Петровского и Звездного городка на прошлой неделе обратились в Щелковский центр занятости, который обслуживает эти территории. Вопрос, волнующий многих, денежные выплаты безработным. Как известно, президентом был издан указ о повышении пособия до 12 130 рублей. Губернатор же региона издал постановление об областной компенсации, с учетом которой сумма выплаты составит 15 тысяч рублей. Итак, кто же может рассчитывать на эти средства? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы обратились в Щелковский центр занятости. Сначала мы коснем тех людей которые были уволены в момент объявления режима самоизоляции в постановлении губернатора номер 162 пг от 29 марта 2020 года написано что безработные граждане которые потеряли работу в период режима самоизоляции а мы помним все что режим начался с 28 марта Итак, с 28 марта по сегодняшний день и далее до момента снятия режима самоизоляции плюс 30 календарных дней люди, которые потеряли работу в этот период, получат компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Для этого они должны обратиться в Щелковский центр занятости. По предварительной записи записываем на прием, на регистрацию. И эти люди, обращаю особое внимание, эти люди получат компенсацию со дня их увольнения. Рассчитывать на выплаты могут и те, кто потерял работу в 2020 году до объявления режима самоизоляции, но при этом проработал не менее 60 календарных дней. Итак, люди уволенные с 1 марта по 27 марта получат компенсацию 15 тысяч рублей. Они должны будут встать на учет, у нас. И получать компенсацию они будут с момента регистрации их в качестве безработных граждан. Вопрос о денежной компенсации волнует и тех, кто был уволен в январе и феврале текущего года. К ним уже полностью относится закон о занятости населения. И компенсацию э, от губернатора они получат в том случае, если они э, работали не, не менее полугода за последний год перед увольнением. Значит, эти люди у нас будут э, получать пособие, увеличенное по безработице, а э, на увеличенное пособие на 12.130 будут претендовать те люди, которые имели работу не менее полугода. Положена компенсация не только тем, кто был оформлен на постоянной основе, но и тем, кто работал по трудовому договору. Трудовой договор, если человек имеет его на руках, он должен знать, что по трудовому кодексу работодатель, взявший этого человека по трудовому договору на работу, обязан в течение пяти дней в трудовую книжку записать время, при котором человек работал. То есть трудовой договор должен быть записан в трудовой книжке. И расчет пособия и выплат мы будем вести э, не по этому договору, а строго по трудовой книжке. Если человек знает, что у него есть на руках трудовой договор, но он не записан в трудовой книжке, обязательно надо обратиться либо по телефону, либо каким-то другим способом, либо по окончании режима самоизоляции к работодателю и потребовать записать этот трудовой договор, в трудовую книжку. Исключение гражданско-правовые договоры или договоры подряда. В случае, если вы работали по такому договору, запись трудовой не нужна. Если человек имеет на руках такой договор, и в течение 60 календарных дней в 2020 году работал по такому договору. Он имеет право э, тоже рассчитывать на губернаторскую надбавку до 15 тысяч рублей, если при обращении в центр занятости он предоставит этот договор и акты выполненных работ по этому договору. Причем работодатель либо в договоре, либо в акте должен указать о том, что работы выполнены в полном объеме и все налоги, в том числе э, подоходный налог и налог в пенсионный фонд заплачены в фонды в соответствующие в полном объеме. Безусловно, важно взять с собой весь перечень документов, которые необходимо предоставить в Центр занятости. Те люди, которые потеряли работу недавно, не менее полугода проработали, они должны предоставить оригиналы паспорта, трудовой книжки, документа об образовании или о квалификации их, Справку с последнего места работы за последние полные три месяца, который, бланк которой они могут взять на нашем сайте. Также мы просим их предоставить СНИЛС и номер счета в Сбербанке или Банке Возрождения. Почему именно эти банки? Можно предоставить счет любого банка, но э, остальные банки будут брать проценты за снятие этих средств. Поэтому мы рекомендуем предоставить счет Сбербанка и или Возрождения. Там не будет процентов при снятии денег. Более полугода они не работали, но у них есть, предположим, 20 календарных недель э, в последнем э, за последний год работы. Э, такие люди предоставляют те же документы информация о том о чем я сейчас говорю есть на нашем сайте у него русский домен щелковский центр занятости рф и там есть крупный баннер работа ЦЗН в особых условиях все необходимые телефоны для получения консультации вы также можете найти на сайте Центра занятости. Специалистами ведется журнал учета записи на регистрацию. Предварительно необходимо позвонить по телефону 8 496 562 9144 или 8 496 562 3588 Анна Балиет, Валерий Жиглей, телевидение.